Всем привет, меня зовут Адар, и мы продолжаем играть в игру Fatal Frame. Ну и сразу небольшое отступление. Значит, вчера я играл игру и записывал, конечно, видео. И у меня какого-то хрена не записался звук. И просто вообще обидно было. Но вы не особо пропустили, потому что я всего лишь проследовал за своей сестрой. Да, сделал там такое мини-задание, где я там должен был найти ключи, но это... Ну, ничего особого там в сюжете я не открыл. И поэтому такая вот фигня. Так. Крипота. Упс. Я думал, это уже игра была. О, часть третья. Вторение. Мужик, погоди. Погоди. На память. И что, не засчитала? Что ж такое-то? Какая-то... Что там упало? Это важная дощечка. Нет. Так... Куда мы движемся? Да я пока не знаю. А, ну. Кусаби. Кусаби. Вроде кусаби, я Мио. А что это мы там делаем? Дом. Мужчина. Выглядит, будто он... Папает. Мне кажется, вряд ли. Блестяшка, что же мы тут находим? Шеврон для коня. Постоянно в функции. Определяет смертельный фрейм. Ага. А, вот эта штука, которая вроде как светится красным, когда Fatal Frame. Когда вообще прям мега фото. Так почему... Куски камер разбросаны везде. О, я снова играю за нее. Здравствуйте, детишки. Вы совсем не криповые? И когда надо, субтитров нету. Конечно же. Сюда? Сюда, так сюда. Снова эта девушка. Не понятно, что происходит. Так, а, я тоже должен только был сюда. А сразу зайти? Не, зачем? Догнать эту дуру. Здравствуйте. Вы хотите фотографию? Бум. Хорошая фотография. Бум, это вроде Fatal Frame было. Может, это фигня светилась красным. Ну ладно, и так сойдет. Все, давай уже, умирай, ты плохой призрак. Призрак-неудачник. Слишком быстро умер. Пойдите. Сзади, что ли? Не-не-не-не-не-не-не. А вот этот смех мне не нравится. Ты тоже призрак-неудачника. Ага. Болтает про руки. Ох.
заниматься. Так. Плохое фото. Мы убегаем. Ну, я же убегать начал. Ну, да что? Ну же, подходи уже. А вот этот призрак был помощнее уже. Не такой неудачник. Но все же проиграл. Улучшение. А, да, кстати, я улучшил еще камеру. Так. Давайте улучшим. А. Назад. Улучшим ранг. Назад. Ну все. Надо копить 1020 теперь. Как минимум. Так, сюда она зашла вроде как, да? Я ставил после себя только светящую штучку. Флуорит. Ага. Послушаем радио. Переведено как? Это же почему? Кто переводил эту игру, вообще не смотрел, ничего не проверял или вообще не знал английский. Так, сюда я зашел. Ну, какая-то одиночная дверь. Что за комната? Комната с ничем. Я еще пытался что-то найти. Я видел, что там в углу. Пустая вода, которой я в жизни не пользовался. Стоило мне спуститься, начался ролик. Видимо, в нее вселился огромный дух. А, вот этот дух. Да, далеко я ушел. Скажите мне еще. Нет, только не сохранение, которое было в жопе. Только не это. О, господи. И там не было сохранений? Или я просто слепой?
Боже. Да, 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 мы все это уже все видели. Да, да. А, это те ролик. Фотография за того этого священника. Священник за. За. Зачем, я не знаю. Да, 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 да. Кусаби. Может, тут призраки-то кусаби? Ну уже, быстрей. Мы движемся. Да-да, мужчина. Какое великолепное фото. Идете за ним в четверг. Да. Но это даже не дверь. Так. Опять не переигрывать. Призрачки. Какие вы страшные. Ау. Уже хватит крутиться. Мы тут игру играем, а не по кругу ходим. Да-да-да. Ладно. Я что-то не подумал. Начать бороться с этим призраком. Я думаю, бороться с ним самоубийственно. Он ваншотом, если убивает. Да. Опять драки эти. Да-да, мужик. Подходи поближе. Это еще не засчиталось. Каким-то макаром. Ну ты Фэтбл Фрэм. Я комбо мог иметь, конечно, но я что-то просто лупочил. И это опять не засчиталось, конечно же. А вот это почему-то засчиталось. Очень странно. Просто во время атаки отойти на полшага. Ой, я же могу сходить сюда. Что мы имеем здесь? Может, мне вовсе не надо преследовать сестру? Кровь. Ну-ка, пустите. Ага. Мне еще не говорите, что потом эта дверь будет открыта, когда я встречусь с тем большим летающим призраком. Но они вроде все летают. В кавычках летают. Ну ладно. Эту кнопку нажал, я вместо фотографии нажал опустить камеру. Давай, подходи. Теперь я готов, я знаю, какую кнопку жать. Бум. Какая неплохая фотография вышла, да? Леди. А то сейчас сфоткаю как.
собираюсь, вставай уже. Время делать фотки. Ага, она сзади сейчас. И уже не сзади. Да ты задолбал уже про свои руки, руки. Что же случилось с его руками, интересно, мне уже. То, my arms, my arms. Вот это смех. А в прошлый раз он был? Ой, я что-то не помню. А где-то здесь должно быть сохранение. Говорит, не хочу слушать них. Да, ролик. Ролик, конечно, нужен. И мы теперь бежим. Да, очень хорошо. Жим, где дверь? Надеюсь, она открыта. Все надежда на открытую дверь. Отлично. И мы продолжаем бежать. Ага. О, он наверху сохранения. И туда пошла Майю. Отлично, мы продолжаем играть, так сказать. Наконец-то начался какой-то прогресс, а не просто беготня. Ну, хотя это всю игру просто беготня. Но тут хотя бы сохранение. Так. О, боже. Господи, помилуй. Так. Я на всякий случай сохраню, конечно, на второе сохранение, потому что мало ли. Я опять записываю без звука. Так, хотя сейчас мы проверим. 5 секунд. Ну, вроде бы все окей. Вроде бы звук записывается. Так. И мы продолжаем преследовать сестру. Но я каждый раз, когда захожу, кручусь. Это вообще это... Мне так нравится. Очень криповыми трехмерными звуками. Что-то упало. Запись фольклориста. За несколько дней увеличилась частота землетрясений, увеличилось количество малиновых бабочек. Они как будто закрывают что-то от солнца. Почему-то они грустные. Как он знал, что бабочки грустные? Он чё? Жители деревни, которые видят их, складывают что-то и молятся. Во всей деревне царит тяжелая атмосфера. Деревня боится гнева земли. Может, ритуал малиновой жертвы должен очистить землю. В прошлом на каждой земле была своя церемония очищения. Много делали жертвоприношения, чтобы успокоить богов. Если этот обычай еще существует, то он объясняет безмолвие деревни. Близняшки и красавицы должно быть... Это охраняет деревню. Охранники богов, близняшки и красавицы... Что за перевод? О, боже, стали малиновыми бабочками и вернулись в деревню. Меня выбивать будет этот перевод всю игру. Надо было делать английскую версию. Ну да ладно. Мой английский ужасен, поэтому мы все даже не будем пробовать. Так, не сюда. За ширму пройди. Где же эта статуэтка? Магическая дверь снова с рожами на ней. А, не. Ага. Теперь скажите мне. Да, да, dead, так dead. Ладно, я тоже могу сейчас быть dead, если...
Ха-ха, как смешно, я же говорю. Я тоже буду дед, потому что меня убьет тот призрак. Ага, теперь я думаю. Мне придется идти обратно, пробежать через того призрака и выжить. Интересно. Сохранение — это важная вещь в игре. Так. Назад. А, ну да, я жму кнопку назад, но при этом надо же нажать еще. Вот, крест. Так. Очень скрипящие полы. Как таким? Господи. Зачем так громко? Это же... Меня даже пугает. Темное зеркало. А, я вспомнил, для чего оно нужно быть. Оно вроде как вторая жизнь. Так, теперь битва века. Не битва, точнее, а беготня века. Побег от призрака. Побег, побег. О, боже, я еле успел нажать. Да, да, да. Я убежал. Близнецы. Так, близнецы. А сфотографировать мне не удалось тебе? О, боже. Эти углы камеры. Я за них постоянно путаюсь. Куда я должен идти? Так, да. Страшно. Очень страшно. И я пронажимал все кнопки и не успел сфотографировать. 10 из 10. Так, что это мы тут видим? Скрипучая дверь. Так, назад. Дверь магическим образом открылась. Что мы тут находим? Взрыв. Так, ну-ка. А как мне использовать их, например? Я хочу использовать там что-либо. Давайте проверим. Камера. Дополнительная функция. Ладно. Я что? Взрыв, например. Что? Я взял этот взрыв, я даже не знаю, как им пользоваться. Так, наша скрипучая дверь. Сделал фотографию ее, а не видео. Просто дальше. А как мне использовать взрыв-то? Скажите мне, пожалуйста. У меня призрак в лице. Помогите кто-нибудь. Да, я ее сфотографировать успел. А теперь побежали. Давай. Фото глаза, вот, ну ничего. Мне нужно узнать, как пользоваться. Так.
Заметки. Нет, это же не заметки. Файл. Фотокамера. Вещь. Вещь. Так, смена страницы. Страница почему-то не хочет меняться. Я вроде жму, но она что-то... Ладно. Будем бороться по старинке. И никогда не победим. Офигенно быть в такой маленькой комнате с двумя призраками. Дети дуры. Не нужно. Лечится немного. Какого хрена? Я же даже ведь повернулся в эту сторону. Дайте пройти не туда, не сюда. Это самая ужасная битва в моей жизни. Будем просто набирать фотографии. Брысь, тварь. Файл фрейм. А второй не вышел. Давай, ты тоже хочешь Fatal Frame? Бум. Хорошо, ты не вышла? А, я уже убил? Нет, конечно же. Так, почему мне не показывает... Грёбаный ХП. Ближайшего призрака. И второй раз я не могу никогда сделать. Ах. Я думаю, для смерти это только хватит. Козел. Хорошо, что ты сдох. О, ключик. Скажите, мне опять надо будет идти через... призрака того самого. Так, где выход? Это была очень тяжелая битва, от которой я очень устал. Яркий горящий кристалл, сфера духа. Давайте мы улучшим. Ой. Так. Да не фигим. О, 23 тысячи. Так, улучшим аккумуляцию. О, у меня их еще два есть. Так. Вот так, пускай будет. Улучшим мы потом. Так. Но ведь не через призрака. Игра продолжается. Дверь ведь там была нужна. Кажется, да. Надеюсь. Точно. Нет. Я убегаю. Прощайте, миссис Призрак.
Огромно летающий нахрен лучи. А, все, я ухожу. Простите, что прервал ваше что-то. Так, куда же я нахрен иду? А, ну я думаю, для сегодняшнего эпизода достаточно. Сохранюсь и все. Так, нет, вот будет самый раз. Так, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся с вами в следующем эпизоде. Пока! Mm-hmm.